Книга «Открытым оком», том 9, вопрос 2274. Тема «Христос есть Бог и человек». Нет ли исторических сведений об избиении вифлеемских младенцев, кроме как сведения в Библии? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Даже в 20 веке происходящие злодеяния многие так и не зафиксированы нигде. Знают, что Сталин убил Кирова, но ни одного документа нет. Царя Николая II расстреляли по прямому указанию Ленина, но нигде нет ни одной строчки об этом. А так, на выводах и логических рассуждениях и основано. А говорить о документах 2000-летней давности, ничего, кроме подделок, составленных в более поздние времена, не находят. Да о каких 14 тысячах говорят, когда в селе по нашим меркам столько и людей едва ли было, тем более детей, тем более только мальчиков, и при том в одно время. Даже наш Барнаул на 700 тысяч в один день столько мальчиков вряд ли найдут. Тут или описка какая, или умышленная в обвинение тирану. Вернее всего, эту цифру просто произвольно написали. Тем более такую округленную, кто же считал бы, даже если бы и были убитые. Когда при Сталине произошло землетрясение в Ашхабаде, погибло за 11 секунд 120 тысяч человек. И никто в Союзе про то и не знал. Взорванный крейсер в Новороссийске унес жизнь более 1000 человек. И ни звука. Истинное положение вещей деспоты скрывали всегда. Книга пророка Иеремия, 38 глава, с 25 по 26 стихи. «Если услышат князья, что я разговаривал с тобою, и прибудут к тебе, и скажут тебе, скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебя смерти. И также, что говорил тебе царь, то скажи нам». То скажи им, я повергнул пред лице царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Иоаннафана, чтобы не умереть там. Но так как эта цифра ни на что не влияет, то нам, как православным, не стоит ее опровергать, но и не утверждать ради тишины. Письма не доходят словно в воду, не оставив ряби и следа, почтальон руками вновь разводит. Всюду, мол, такая вот беда. Даже заказные с ценной маркой гибнут, разворуют все в пути, а в отчетах гладко, без помарки, жалоб на беспутство не найти. Жгли цари пророческие книги, заодно писатели сжигали. Бились и апостолы на ринге, не на рынке. Путь посланий мерили шагами. Прокричали в пустоту злодейство, а лекарства нам не донесли. Замесили, выслали нам тесто, хлеб сырой для жителей земли. Растолкуют, допекут иные, их труды просушены до хруста. Толкование вкусное и ныне, все тома святого Златоуста. По небрежности, по умыслу злодеев, многое с отчаянием сокрыто. В пустоту потерянно глазеем у растресканного в алтаре корыта. Волнами эфира, интернета Библию ревнители разносят. Но ты утеряешь, не пропеты новых песнопевец, где Иосиф?
письмоносец, сохрани депешу, телеграмму, книги донеси. Как и прежде, ты есть самый пеший, сапогами грязь тебе месить. Ты долгожданный и желанный. Сударь, господин, зову без лести, от апостолов за пазухой послания. Ты как ангел, Иеговы вестник. 7 июля 2004 год. Игнатий Лапкин.